Всем привет! Привет любителям зверюшек, жаб и лягушек. И самое главное, любителям насекомых. Потому что у нас вторая серия ролика про гусениц. Ссылка на первую серию будет под этим видео. Но у нас про гусениц, вернее, уже не про гусениц, а про то, что стало с этими гусеницами, которые вы видели в первом ролике. Смотрим, что же стало с гусеницами. Берем баночку, в которой была гусеница. Мы сюда пускали гусеницу. Высыпаем. Так. Ну что у нас здесь? А у нас здесь ничего, потому что оно осталось вон. Смотрите. Это земляной кокон. И мы сейчас посмотрим, что в этом коконе есть. Вот, смотрите. Вот. Вот что случилось с нашей гусеницей. Вот, видите? Это уже не гусеница. Это куколка. А гусеница вот, смотрите. Вот все, что осталось от гусеницы. Вот даже голова тут у нее видна. Вот. Вот была гусеница. Вот все. Гусеница рассыпалась. Нет гусеницы. Теперь вот куколка. А ну смотрите внимательно, что на этой куколке, так сказать, нарисовано. Гравюра прямо какая-то. Вот видите, вот у нее видно, как лапки сложены. Вот тут крылышки у нее сложены. Вот это голова бабочки будущая. То есть, как бы просматривается. Просматриваются сложенные лапки и сложенные усики вот тут просматриваются, видите? Ну, плохо видно, потому что это, конечно, куколка. У нее нету там ни крыльев, ни лапок. Внутри этой куколки бабочки еще нету. Там просто жидкость, из которой сформируются органы, совершенно другие органы бабочки. Не те органы, что были у гусеницы. Гусеница чем питалась? Листьями. У нее совершенно, у этой гусеницы была совершенно другая пищеварительная система. Зубы были, которыми она кусала, жвала, откусывала листики. Вот в этой куколке произойдет полная трансформация этой гусеницы в бабочку. То есть это очень удивительный процесс. Вы только подумайте. Сейчас я ее положу и буду вам рассказывать. Вот. И в этой куколке происходит такой процесс, который просто удивительный процесс. Вот и представьте себе, вот бабочка, она откладывает масенькое яичко, выводится гусеница, гусеница линяет, линяет, и в каждой линьке растет, 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 потом она залазит в землю. Ну, я имею в виду вот эта гусеница гласятого бражника. Но это делают все гусеницы любых бражников. И не только бражников, любых бабочек. Только бражники залазят в землю, а другие бабочки могут в землю не залазить. Но мы разговариваем про вот эту гусеницу бражника. Вот. И в этой куколке происходит процесс, который не происходит ни в одном живом организме. То есть совершенно с другого, с одного животного, потому что гусеница это как бы совсем другое животное, это не бабочка. И в этой гусенице, уже в куколке, происходит, ну, какой-то фильм ужасов, то есть перерождение
из одних, то есть органы гусеницы, они исчезают полностью, их нету. То есть там совершенно все по-другому происходит. У бабочки хоботок, а не зубы. То есть, ну, в общем, слов нету просто. Это объяснить практически невозможно. То есть из одного животного происходит совершенно другое животное. Была гусеница жирная, жрала листья, потом из нее вдруг трах-бах, что-то там в этой куколке произошло, выросли лапы, выросли крылья, выросли глаза, которых у гусениц вообще нету. Там такие два маленькие точечки, фоторецепторы, которые не различают ничего, кроме тьмы и света. А бабочка хорошо видит. Ну, то есть, дыхательная система, пищеварение, все совершенно другое. Вот. Ну, сейчас мы глянем еще, что в этой банке. То же самое, или может она погибла. Бывает, что гусеница не может превратиться в куколку, погибает. В общем, смотрим, высыпаем вторую банку. Так, и опять у нас, смотрите, опять у нас кокон земляной. Ну, он такой, еле дотронешься, он сразу рассыпается. А, вот тут что-то, ой, тут что-то не то, по-моему, она... Не выжила. А ну, где она? А? Ой, точно, вы смотрите, она погибла. А это погибла гусеница, видите? С этой гусеницы куколки не получилось. Вот такая ерунда. Не получилось с нее куколки. Сейчас мы посмотрим, что в этой гусенице. Очень может быть, что в эту гусеницу отложил яйцо наездник, который питается этими гусеницами. И, возможно, внутри этой гусеницы личинка. Сейчас мы ее поломаем. Она уже такая полузасохшая. И посмотрим, что у нее там произошло внутри. Так, смотрим. Так, что же это у нее тут такое? Да нет, непонятно. Да. Ну, что могу сказать? Нету там никакого наездника. Ну, видимо, произошла какая-то проблема. И фокус не удался. Это, можно сказать, прямо фокус природы, что из гусеницы происходит куколка, а из куколки бабочка. То есть, ну, проблема какая-то у нее получилась, ну, не вышло. Все, погибла наша гусеница. Одна. Все, выкинули мы ее. А из этой гусеницы, которая уже стала куколкой, вот, у нее... Может даже хвостик двигаться, ну не хочет он двигаться. Вот. И если эта куколка не погибнет за зиму, то из нее выведется бабочка. И мы посмотрим на эту бабочку. Но может такое произойти, что из этой куколки и не выведется бабочка. Так как из гусеницы не получилась куколка, так из куколки может не получиться и бабочка. Потому что это процесс очень серьезный. Если что-то пойдет не так, то куколка погибнет. Ну, будем надеяться, что получится что-то из этой куколки, будет бабочка. Пока что мы ее ложим на место. Ну, закапывать мы ее же не будем, потому что кокон этот обвалился уже, мы его разрушили. И потому мы ее положим просто наверх. Ну, честно говоря, нельзя сказать, живая эта куколка или не живая. То есть гусеница двигается, куколка иногда хвостиком двигает. О, двигает. Двигает хвостиком, живая. Двигает, двигает. О, смотрите, крутит. Крутит хвостиком. Брюшко. Это брюшко будет у бабочки. Смотрите. Все, не будем ее мордовать. Все, ложим вот так сверху. Не будем ее засыпать землей, чуть-чуть присыпем вот так. О, все.
А теперь мы эту куколку ложим в прохладное место. Я думаю, поставлю ее в погреб. Вот, немножко землю увлажню, потому что земля должна быть влажной. Будет сильно сухая, она высохнет и погибнет. А в природе, там, где они закапываются зимой, дожди, тает снег, то есть очень влажная земля. Ну, не очень влажная, не надо ее в лужу ложить. Вот, ну, чуть-чуть увлажнить надо. Вот, прикрою ее немножко, и пусть сидит, лежит и превращается в бабочку, которая должна вывестись на следующий год весной. Будем наблюдать. Но следующее видео будет не скоро про эту гусеницу, куколку и бабочку. Не скоро, потому что этот процесс очень долгий, и выведется она только весной. А весна еще будет через полгода. Ой, ё-моё. Ладно, все, прощаемся с вами. До новых встреч в наших других видео. И, надеюсь, в этом видео, где из куколки выведется бабочка. Пока-пока.